Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует мастерская «Иконография». Сегодня мы с вами поговорим о том, как приготовить из обычного чеснока клеящее вещество, или попросту клей, для приклеивания золота по талии на ассист. Итак, что нам сегодня потребуется? Ну, во-первых, нам потребуется чеснок. Нам нужно отделить несколько зубчиков чеснока и почистить. Самое главное, что бы я хотела вам сказать про чеснок, это то, что чесноку должно быть, ну, где-то один год. Он должен быть лежалый, то есть свежий чеснок нам для этого не подойдет. Итак, если у вас такой чеснок есть, он полежал год, вы его чистите и начинаете натирать на терке, на самой мелкой терке, которая у вас только есть. Я думаю, что вам не обязательно показывать это, как происходит. Вы сами справитесь. Вот я уже подготовила для вас натертый чеснок. Вот он такой сочный получился. Можно, конечно, использовать и обычную выжималку для чеснока. Не знаю, как она правильно называется. Но у меня такой нет, поэтому я делаю вот таким способом. Я натерла чеснок на терку, на мелкую. Далее мне понадобится мажля, чистая мажля. Я ее складываю в несколько слоев. Ну, здесь у меня где-то 4 слоя. Далее массу, эту кашицу, которая у меня получилась после терки, я выкладываю на мажлю. Ну, как вы уже догадались, мы сейчас будем выжимать. Сок будет проходить через мажлю. И нам нужна емкость для того, чтобы этот сок куда-то у нас попадал. Вот емкость. Она стеклянная. Ну, сейчас попробуем это сделать. Итак, ну, как мы видим, чеснок сочный достаточно. Мы отжимаем. Итак, ну вот, отжали. Насколько хватило сил. И получилось, что в нашей стеклянной емкости вот такой вот сок чеснока. Теперь нам нужно, чтобы этот чеснок, вот этот сок, влага лишняя, которая там содержится, она у нас, ну, испарилась. Мы не будем ее выпаривать. Тут не так много сока. Я думаю, что он постоит у нас сутки и сам превратится на вид, как карамелька. Нам ни в коем случае нельзя его закрывать ни сейчас, потому что должно происходить испарение, ни тогда, когда испарение уже произойдет, потому что если мы плотно закроем крышкой, то появится плесень. Поэтому мы берем, опять же, вот марлю, для того, чтобы пыль лишняя не налетела. Я закрою вот таким образом чеснок, чесночный сок, он у нас дышит и простоит долгое время. Итак, сейчас я ставлю данный сок для того, чтобы влага лишняя испарилась. И после того, как связующее будет готово, я вам покажу, как приклеивать на чеснок ассист.